Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика». В студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Смелые, сознательные, народные. В Чувашии появился штаб народных дружин. Проблема с душком. В Чебоксарах решали, что делать с неприятным запахом с птицефабрики «Юрма». Уехали за медалями. Чувашских атлетов проводили на всероссийские сельские игры в Курск. Бюджет города Канаш в этом году превысил 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, город железнодорожников стал территорией опережающего развития. И это открывает широкие возможности для инвесторов. Какие еще вопросы обсуждались на встрече главы республики с активом Канаша в нашем сюжете? Объем отгруженных товаров собственного производства в Канаше вырос почти на 40% к аналогичному периоду прошлого года. Определенную лепту в это внес промтрактор-вагон, где индекс производства за январь-июнь составил 346,8%. Всего в городе действует 8 инвестиционных проектов со сроком реализации до 2020 года, общей стоимостью около 1,5 миллиарда рублей и созданием более 300 рабочих мест. Резидентами территории опережающего развития планируют стать спецвагон-деталь, «Новитек», алюминиевые технологии. Глава Чувашии отметил, что руководство города многое делает для повышения качества жизни в Канаше. Ваши программы в городе, они работают эффективно, как никогда. В этом году по 15 городским программам, вот эту сумму я назову, 1 миллиард 671 миллионов 300 тысяч рублей. В том числе по межбюджетным нашим трансферным отношениям города мы выделяем 1 миллиард 384 миллиона 800 тысяч рублей. Таких серьезных финансовых средств за последнее десятилетие, конечно, точно не видел, за последние 20 лет точно тоже не видел. И на следующий год есть все предпосылки, что мы в наших решениях будем сумму закладывать и на дорожное хозяйство, и на благоустройство дворовых территорий по программе «Городская среда», и по общественным пространствам. Долгое время в качестве проблем жители Канаша называли неудовлетворительное состояние дорог и дворовых территорий. На выполнение дорожных работ в 2018 году направлено почти 120 миллионов рублей. На эти же цели предусмотрена и часть средств из гранта главы Чувашской республики. За счет этих же средств будет приобретаться и оборудование для нужд Канаша. В городе определенные аварийные ситуации были на водоводе. Вот здесь как раз 4 насоса глубинных за счет этих средств приобретаются для... Два для Высоцкого водовода и два для Бахтияровского. Также покупаем для нужд муниципального предприятия гидроустановку для промывки канализации, чтобы комплексно подходить к решению вопросов. Также предусмотрели 5 остановочных площадок и 5 площадок под твердые коммунальные отходы. Еще 122 миллиона рублей целевых вложений предусмотрено на строительство детского сада в восточном микрорайоне Канаша. Перспективы у города очень хорошие, отметил глава Чувашии, подводя итоги разговора. Статус территории опережающего развития дает возможность пользоваться налоговыми льготами. Кроме того, бизнес будет освобожден от налога на имущество и землю. Большим плюсом для предпринимателей станет и снижение обязательных страховых выплат с 34 до 7,6%. На совещании обсудили ряд других вопросов, в частности, изменение пенсионного законодательства, перспективы развития здравоохранения, подготовку школ к новому учебному году. С посещения школы началась и рабочая поездка Михаила Игнатьева в Янтиковский район. Янтиковская школа – одна из новых. Ей всего 13 лет. Здесь обучаются более 600 детей из 6 населенных пунктов района. К новому учебному году сделан косметический ремонт всех этажей и классных помещений. 25 июля школа успешно прошла приемку. Ухоженная территория, подготовленные классы. Школа, которую хочется посещать каждый день, отметил Михаил Игнатьев. Главу республики познакомили с проектом строительства нового учебного корпуса на 300 учащихся. В школе ежегодно растет количество первоклассников. 1 сентября ждут около 70 ребятишек. Задача в 2019-2020 годах начать строительные работы. На совещании с активом Янтиковского района говорили о перспективах развития сельского хозяйства, экономики, инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов. Их, кстати, в данный момент 5. Все в агропромышленном комплексе. Активно включился муниципалитет и в программу инициативного бюджетирования. На текущий год запланировано 6 проектов на сумму около 8 миллионов рублей. Объем отгруженных товаров промышленного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организации за 6 месяцев 2018 года составил более 147 миллионов рублей, что 107,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
улучшение предпринимательского климата входит в число основных задач социально-экономической политики администрации Янтиковского района. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве на сегодняшний, на 1 июля 2018 года составляет 1851 человек. Завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Индерчи. Он станет 8-м в Янтиковском районе. Муниципалитет хорошо укомплектован медицинскими кадрами. Сегодня не хватает всего 2 терапевтов, которых уже ждут по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». На совещании обсудили вопросы дорожного строительства и капитального ремонта, обеспечение жильем детей-сирот, выплат многодетным семьям. Михаил Игнатьев отметил, такие встречи позволяют правильно расставлять приоритеты при работе с бюджета, который, напомним, принимается на текущий и ближайшие 3 года. Эти встречи дают нам возможность, общаясь с депутатами, с главами сельских поселений, старостами населенных пунктов, минимизировать ошибки и расставить правильные приоритеты. В бюджете денег не хватало и не будет хватать, но самое главное, мы должны приоритеты правильно расставить, справедливо подойти к каждому муниципальному образованию по нашим межбюджетным трансфертным отношениям. А так, стабильная ситуация, люди настроены на позитив, на работу, ответственно подходят к выполнению своих прямых функциональных обязанностей. Что за запах периодически чувствуется в Чебоксарах? Откуда дует ветер и где источник зловония? Каждое лето уже традиционно встает эта проблема. Представители разных ведомств собрались на совещание обсудить ситуацию и найти решение. Источник запаха всем известен уже давно. Жители не раз жаловались на агрохолдинг «Юрмам». Экологи с населением солидарны, и они называют источником зловония свалку птичьего помета этой агрофирмы. Она находится между деревнями Хуренлых и Малые Карачуры. Жалоба это в чем? Начинается жалоба, когда начинается очищение помета в хранилище. Его чистится, грузится и перевозится на поля. Вот этот момент как раз и испарение тоже в жидком виде, когда жидкость она испаряется, влага, соответственно, все запахи уходят. Ну а в ходе надзора у нас выявлено было выявление аммиака более 3 раз в жилой зоне отеля. Поэтому технологию существующую надо менять. При этом о закрытии агрохолдинга речи не идет. «Юрма» – крупнейшая в республике птицеводческая компания. 78% от всего мяса птицы в Чувашии – продукция «Юрмы». Наша задача – сохранить предприятие, сохранить экологию. Если где-то нарушили, надо ситуацию исправить. В общем, поэтому мы здесь сегодня собрались. Решить проблему неприятного запаха – такая задача стоит перед руководством птицефабрики. До конца года «Юрма» собирается ввести в эксплуатацию крытые объекты по переработке птичьего помета. Мы хотим на чебоксарских и на лапсарских площадках прямо с самых рядом с птичником построить перерабатывающий завод. То есть не выходя за территории нашей фабрики. Что же себя это представляет? Значит, мы по трубе со всех птичников для того, чтобы нигде воздух не выходил. Это все трубы, из чего всех птичников мы собираем по трубе. Значит, воздух вообще не выходит никуда. Ни помета самого, ни воздуха. Все проходит по трубе, и мы под давлением его приводим. Вот у нас есть там старый убойный цех, и на этом месте мы построим помет-хранилище. Не хранилище уже, переработку. Директор агрохолдинга заверил собравшихся, что уже к четвергу следующей недели представит дорожную карту проекта завода, после чего его отправят на экспертизу. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Несчастный случай произошел в деревне Кивьял Вурнарского района. 30 июля в 10 часов вечера машинист не справился с управлением трактора и опрокинулся во враг. Просто вот человеческий фактор, несоблюдение техники безопасности, не учел рельеф местности. И вот как раз при ворошении допустил, близко подъехал к краю оврага и допустил опрокидывание трактора. В результате чего произошел смертельный случай. Хотим напомнить трактористам, механизаторам, чтобы исключали такие случаи, соблюдали технику безопасности, охрану труда. Работы в вечернее время суток, выбирали рельеф местности, ориентировались, то есть
не допускать, чтобы не допускались такие случаи. У детей каникулы, в школах ремонт. К новому учебному году готовят все учебные учреждения Чебоксар. Общая сумма для капитального ремонта всех зданий – 135 миллионов рублей. Работы ведутся в 71 образовательном учреждении. Фундамент 185-го детского сада укрепили в прошлом году. В этом капитально отремонтировали здание. Абсолютно все окна пластиковые. Новый облик получили музыкальный и спортивный залы. Внутри здания санузлы отремонтированы, плитка, канализационные эти трубы в подвалах, водопровод, холодная горячая вода, двери заменены, территория сада, асфальтное покрытие, все отремонтировано полностью, 100%. Пока остаются внутренние отделочные работы, которые, как заверило руководство детсада, до конца августа завершат своими силами и с помощью родителей. Дети смогут вернуться в группы к 1 сентября, ведь на время ремонта их распределили по близлежащим детским садам. Ремонта мы ждали довольно долго, проводили экспертизу нашего здания, так как на фасаде было очень много трещин. И в итоге, значит, в прошлом году прошел первый этап у нас ремонта, это укрепление фундамента. А в этом году уже второй этап завершился. Неотремонтированным остался бассейн, не хватило средств, но все же он в рабочем состоянии. В целом ситуация в большинстве детских садов и школ схожая. Обновляют то, что требует ремонта в первую очередь. В последние годы нам удалось отремонтировать практически все кровли, системы теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения. Мы на это и делали упор. А на сегодняшний день остается привести уже в соответствие косметический ремонт кабинетов, коридоров, санузлов. Ученики гимназии номер 46 и начальной школы номер 2 скоро оценят обновленные бассейны. Капитальный ремонт проведен в рамках муниципальной программы «Ремонт школьных бассейнов». В целом модернизация спортобъектов расширяет возможности для проведения третьего урока физкультуры. А вот фасад, окна и асфальт гимназии тоже требуют вложений. Кроме того, школа, которая стабильно показывает хорошие учебные результаты, не имеет собственного стадиона. Эту проблему постараются решить в следующем году. Начальная школа номер 2 полностью готова к учебному году. В целом по городу к середине августа все образовательные учреждения будут готовы к работе. Ирина Волкова, Олеся Русакова, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии появился штаб народных дружин. Соответствующий указ подписал Михаил Игнатьев. В основном это молодые люди, есть даже девушки, которые хотят, чтобы людям в городе жилось спокойно. Они оказывают значительную помощь правоохранительным органам. Подробности у Рифата Фаткулина. Перед выходом на дежурство обязательный инструктаж. Сотрудники полиции получают ориентировки и списки адресов. Затем происходит распределение на группы, и дружинники вместе с полицейскими отправляются патрулировать улицы Чебоксар. У них нет ни погон, ни оружия, зато хорошая память, острое зрение, чуткий слух, а еще ответственность и патриотизм. Полицейские считают волонтеров своими коллегами. Основная работа народной дружины – выявление, пресечение административных правонарушений и борьба с преступностью. Конечно, в перестрелках неподготовленные активисты не участвуют, но вполне могут повлиять на тех, кто курит в неположенных местах, распивает алкоголь или занимается мелким хулиганством. Костяк движения составляют студенты, будущие. Юрист Дмитрий Орлов в народной дружине почти год. А я хотел поподробнее узнать изнутри, как работает народная дружина, познакомиться с деятельностью сотрудников полиции, потому что я стремлюсь в дальнейшем работать в полиции, в органах внутренних дел. А можно столкнуться со сложностями, с такими как неподчинение сотрудников полиции, с невменяемыми людьми, то есть под состоянием наркотического, алкогольного опьянения. Для добровольцев предусмотрены и денежные выплаты – 100 рублей в час. Друзья по студенчеству предложили мне проявить гражданскую позицию. Я пошел, посмотрел, мне очень понравилось. Тем более, это неплохая подработка для студента. Желающих оказать посильную помощь сотрудникам правоохранительных органов немало. Только в Чебоксарах на сегодня официально числится более 130 дружинников. Обеспечивать общественный порядок, нужные в будни и в праздники, дружинники вносят заметный вклад в эту работу. За 6 месяцев 2018 года народные дружинники 7652 раза задействовались в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении 2161 мероприятия. При их участии выявлено 2651
50 административных правонарушений и 15 преступлений. Следует отметить, что народные дружинники при исполнении своих обязанностей находятся под защитой государства. Их законные требования о прекращении противоправных действий обязательно для исполнения всеми гражданами и должностными лицами. В случае неисполнения таких требований предусмотрена административная ответственность. Студенты и пенсионеры, работники сферы ЖКХ и даже воспитатели детского сада. Стать дружинником может любой желающий. Требований немного. Нужно быть старше 18 лет и не иметь проблем с законом и здоровьем. Рифат Фаткуллин, Валерий Резюков, Республика. Уже завтра, 2 августа, в России отметят 88-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. В столице Чувашии праздник пройдет на территории Чебоксарского аэроклуба и в центре города. В аэроклубе с 6 утра запланированы парашютные прыжки ветеранов ВДВ и недавних дембелей. В центре города запланирована своя программа. Она начнется в 10 утра с возложения цветов в Парке Победы. Затем голубые береты пройдут торжественным маршем к Красной площади. В первой половине дня на полчаса будет ограничено движение транспорта по улицам Калинина, Сергия Радонежского, Ивана Франко и на Красной площади. Завтра в Курской области открываются всероссийские сельские спортивные игры. В течение 4 дней разыграют награды в 18 видах соревнований. На медали претендуют и атлеты из Чувашии. В сборную вошли сильнейшие победители республиканских летних сельских спортивных игр, которые прошли в конце июня в Урнарах. В Курск защищать честь Чувашии отправляются 39 спортсменов, представители Чебоксарского, Батыревского, Вурнарского, Ядринского, Комсомольского, Брестинского и Маргаушского районов. Им предстоит состязаться в легкой атлетике, армрестлинге, баскетболе, волейболе, тяжелой атлетике. Также в программу включены соревнования по традиционным старорусским видам, городошному спорту, перетягиванию каната, мини-лапте. Определяться самую спортивную семью и лучших дойеров, косарей и механизаторов. В прошлом году было 17 девочек, вышла первая, то, что неожиданно было для меня тоже. И вот, в этом году тоже хотим выйти первыми. Традиционные наши сильные виды спорта – это гиревой, палеотлон, легкая атлетика и дойеры, и плюс трактористы. Вот. Ну, надеемся на хорошее выступление и в этом году. В прошлом году Чувашия в своей группе заняла 3-е место, уступив командам Тюменской и Омской областей. Пожелаем нашей команде успехов и будем ждать дома с медалями. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире.